Это видео о боли и о том, как она формируется. На нашей коже и мышцах есть нанорецепторы, которые под механическим воздействием начинают раздражаться. Клетка, получая механическое раздражение, выделяет химические вещества. Эти химические вещества начинают двигаться по нервным афферентным волокнам прямо в спинной мозг. Существует два вида передачи болевого сигнала – быстрый и более медленный. Быстрый сигнал – это острая рефлекторная боль. Она стимулирует латеральную часть таламуса, тем самым заставляя нас одернуть быстро руку, например. Медленный сигнал – тупая боль. Стимулирует медиальную часть таламуса и отвечает за лимбическую систему. То есть сначала мы почувствовали острую боль и одернули руку, а затем испытали эмоции. Также боль делится на два типа – соматическая и нейропатическая. Соматическая боль – это та боль, которую мы чувствуем в суставах, связках, мышцах. Механическое повреждение. Нейропатическая боль, в отличие от соматической, возникает вследствие возбуждения нейронов центральной и периферийной нервной системы. Жгучая, острая, резкая боль. Также боль делится на острую и хроническую. Хроническая – это та боль, которую вы испытываете больше, чем 3 месяца. Хронические боли в спине, коленях, шее, плечах, между лопаток. Постоянное ощущение боли заставляет ваши структуры в теле трансформироваться и адаптироваться. Например, боль в спине заставляет вас ограничивать движение, что приводит к износу других частей тела, таких как шея. Или боль в коленях не позволяет вам двигаться свободно и заниматься любимым спортом. Боль – это не плохо, не хорошо, это лишь сигнал, который говорит о том, что в теле что-то работает не так. Вот протокол действий, который вы должны выполнить, если почувствовали соматическую боль, то есть боль в суставах, в связках, в позвоночнике, в мышцах. Первое, вы должны полностью снять всю нагрузку, убрать все тренировки. Второе, при необходимости можно принять болеутоляющее. Третье, обратиться к врачу, например, к неврологу. Четвертое, в зависимости от того, что вам скажет врач, вам нужно будет провести обследование, сделать снимок МРТ или рентген. Пятое, в зависимости от результата снимков, вас направят на лечение, это может быть физиотерапия или какое-то ЛФК. И вот на этом этапе появляюсь я, тренер, который подбирает вам щадящее движение, которое поможет вам восстановить себя после боли. На тренировках мы работаем над улучшением функций, улучшением подвижности сустава и укреплением мышц, которые поддерживают суставы. Но вы должны помнить, что ничего не делается против боли. Боль – это сигнал, что нужно что-то предпринять. И первым делом нужно остановиться и пойти к врачу. Грамотный врач вам всегда пропишет движения и регулярные щадящие тренировки. И лишь те, кто не следит за наукой и развитием фитнеса, заставят вас лежать или принимать таблетки. В шапке моего профиля вы найдете ссылку на тренировки, которые помогут вам поддерживать физическое здоровье и также избавиться от боли. Двигайтесь с умом и для здоровья. Пока!